Добрый день, жаркий, творческий, друзья. Сегодня у нас очередная встреча из цикла «Царскосельские встречи». И у нас в гостях кинорежиссер Алексей Воробьев. Леша, да, добрый очень день. Приятен. Добрый день. Ну, я рад, что ты вот выбрался. Я знаю, что у тебя многочисленные проекты. Ты все время сейчас снимаешь уже несколько, я бы сказал, месяцев, а то и лет, наверное, снимаешь фильм. Такой большой, серьезный фильм о войне, о блокаде. И постоянно, значит, как тебе не позвонишь, ты то в монтажной, то где-то, блин, в фильме. Ну, в общем, как бы все время в процессе. Но мы вообще, знаешь, сегодня, наверное, поговорим вот не только о последнем фильме, да, но вообще о твоем творческом пути. Потому что у тебя есть любопытные, на мой взгляд, интересные фильмы. Может быть, они недостаточно как-то внедрены в сознание, киносознание, потому что в основном бренды существуют в мире, да, и у нас, и на Западе. А вот есть человек, который идет таким своим особым путем. Вообще, сколько лет ты сейчас, сколько лет ты занимаешься кино? Ну, я лет 15, наверное. 15, лет, да? 15. Вопрос, даже не вопрос брендов, вопрос в том, что существующая ситуация продвижения фильмов, она, ну, грубо говоря, люди отрабатывают средства, которые им дали. То есть на сегодняшний день, да, для продвижения фильмов нужно не только их создание, да, а их продвижение. Ну, это, то есть это такая вот уже такая социальная работа. Ну, это все понятно. Но ты понимаешь, продвижение, было бы что продвигать. Вот тоже вопрос большой, потому что вот буквально сегодня я так ВКонтакте случайно, там, сказать, наткнулся, некая там группа, называется все это авторское кино, где-то новосибирские филологи, и какие-то люди, значит, ну, близкие к культуре, к искусству. И я смотрю, такой как бы киноклуб, они, значит, предлагают авторское кино там на следующий год, абонемент. И среди фильмов я не увидел ни Параджанова, ни Феллини, ни Антониони, ни Вайды, ни Тарковского, понимаешь, какой-то там, значит, мертвец даже с бензопилой, что-то вот такое в этом роде. Ну, как бы такие вот... И все это называется киноискусством, понимаешь? Вот это, мне кажется, одна из проблем, которая сейчас встает перед человеком, потому что критериев нет, они исчезли, да? Если все-таки, ну вот и ты, наверное, я думаю, что мы с тобой как-то беседовали, ты достаточно хорошо знаешь там мировое кино, ну, например, меня удивило, что ты знаешь такого режиссера Золтана Хусарика, понимаешь, которого, в общем, практически не знает никто, хотя это великий, на мой взгляд, и выдающийся режиссер 20 века. Вообще, какие режиссеры на тебя повлияли? И кого ты считаешь, может быть, ну не то что своим учителем, но во всяком случае? Ну, я, честно говоря, в основном то, что вот интересует, разное время разное увлечение, как у всякого человека. Последнее время меня интересует в значительной степени вот немецкое кино, причем то, которое вот манифест этот у них был, не помню, как он называется, там, 55-го года. Mm-hmm. Да, то есть там в основе, в принципе, начинал это дело Александр Клюге такой. Вот, вот. Ну вот, собственно, он много делал фильмов и игровых, и документальных. Я тоже А в чем суть этого направления? Что это такое, это не направление, они просто объявили о создании как бы нового немецкого кино. Ну, вот. Объявили, то есть, состояло это в том, что они в принципе отошли от реализма вообще. Угу. И я, в общем, тоже стараюсь реалистические фильмы не снимать. А скажи, пожалуйста, как можно сделать это... документальные фильмы, отойти от реализма одновременно? Это возможно? Это вопрос жанра. Угу. Это же, так сказать... А Фассбиндер, так сказать, тебе близок или он не привыкал? Фассбиндер как раз гиперреалист, на мой взгляд. Фассбиндер тоже... Некоторые фильмы увидел такие довольно странные. Я бы назвал, скорее, сюрреалистические. Но они странные по содержанию, как бы. А вот, так сказать, он как раз старается снимать много... реалистично, и это почти театр. Он же, кстати, театральный режиссер, тоже большой, приличный, старался, да. Старался. Вот, ну, нет, не только Вернер Херцог. То есть он, например, там берет, едет, снимает, там было землетрясение где-то на островах на каких-то. Вот он сидит, там один из людей из города ушли, и вот он этот мертвый город, который перед извержением вулкана,
Он снимает. То есть он не, они объявили вот такой свободный кинематограф, который не обязательно есть и индепендент. В России кто-то вот подхватил эту волну? Есть какие-то, были в 50-е, 60-е, 70-е годы какие-то? У нас практически не было, потому что индепендент все равно, вот то, что они хотели, да, он независимое кино, оно все равно маленьких денег, но требует. У нас люди были бедные совсем. Сейчас Сокуров вот снимает, что хочет. То есть поехал, взял камеру, грубо говоря, там оператора, то есть все равно это уже независимое кино. Что хочет сказать? Рената Литвинова сняла независимое кино. Требует все-таки денег. Денег требует, но уже не таких. Да. То есть не как студийное производство. То есть это не студия. Достаточно больших, понимаешь? Ну, хорошо, давай, значит, у нас, поскольку есть возможность показать какие-то из твоих фильмов, давай посмотрим, и потом ты прокомментируешь. Давайте нам покажите просто отрывок первый, что у нас есть сегодня. А дальше мы будем беседовать о том, что увидим. Стихи одолели. Чуть ничего не болит, и на душе спокойно. Приходит муза и выворачивает все вверх дном. Начинается волнение, скоро переходящее границы всякой умеренности. Пульс, виски, сердце бьют тревогу. Милый друг, легенду я слыхал. Пали с плеч подвижника вериги. И подвижник мертвый пал, и подвижник мертвый. В последнее время мне все представляются степи. Без конца лежит степь. Степь и степь. Сибирская, беспредельная. Этот образ степи просто не дает мне покоя. Я задумал целую поэму. По этой степи бежит человек. Он вырвался на волю из острога. А воля — это степь. Он бежит до истощения сил, голодает, холодает. И ничего нет, кроме снега и степи. Я лугами иду, ветер свищет в лугах. Холодно, странничек, холодно. Холодно, родименький, холодно. Я лесами иду, звери воют в лесах. Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименький, голодно. Я в деревню. Мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно. Холодно, родименький, холодно. Я в другую. Мужик, хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименький, голодно. Ну вот я хочу сказать, Леш, в общем, неожиданно Некрасов. Я когда посмотрел этот фильм, казалось бы, Николай Алексеевич Некрасов, классик, так сказать, все, до дыр уже известно, железная дорога и так далее. И, в общем, неинтересно, как бы, да. А я посмотрел этот фильм, он довольно любопытно у тебя действительно сделан, интересно. Я думаю, что если бы его показать нам где-нибудь в прайм-тайм на Первом канале, то, в общем, какой-то народ встрепнется и скажет, смотрите, Некрасов-то какой, оказывается, интересный. Вот. Ну, ты какие-то вот такие приемы, да, здесь и использовал, вот то, что мы с тобой обсуждали, да, такие немножечко странный несколько, да, взгляд такой на видеоряд. Тут приемы приемами, но мне это представлялось важным содержание, потому что, как бы, полагается, да, скажем так, в некоторых кругах, да, Некрасов полагается таким пасконно-исконным поэтом, да, это раз, а второе, и в этой связи не очень поэтом, я сейчас выскажусь, да, это второе обстоятельство, да, второе, он полагается таким большим революционером, вот. И то, и другое, в общем, на это я и обратил внимание. Во-первых, значит, вот в том фрагменте, который есть, совершенно точно чувствуется, да, я, по крайней мере, почувствовал такой большой образ, такой правический, даже можно сказать, христианский. Это
на мой взгляд, свидетельствует о том, что он большой поэт. Просто-напросто. Конечно, то есть, то есть это, и как бы тут вот как ни крути, Некрасов есть, а вот многих, много тут, кого тут нет. Тут даже очень много, многие довольно крупные литераторы, писатели, Корней Чуковский, это был его любимый поэт, но, в частности, его лирика любовная, да, которую мало кто знает и, наверное, мало кто читал. Поэтому это вот замечательно, что тебе удалось такое сделать фильм. Да-да-да. И тут еще важно вот еще какое обстоятельство, что какой-то вот такой момент, да, я бы хотел сказать, что он, в общем, в этой связи, да, вот это вот образ, да, вот когда человек становится свободным, и он... И он, в общем, ничего, кроме снега и степи, не видит. То есть это такое мытарство души, да, то есть это уже такой переход, он пытается смотреть таким духовным взором. Вот, вот этот фильм как раз такой, все-таки больше можно назвать его документальным, да? Да, конечно. А конечно. Вот следующий фильм, который мы весь не увидим, мы увидим кусочки, фрагмент. Вот этот фильм уже немножечко другой, это совсем не документальное кино. Что это за фильм, в двух словах? Не, ну я так понимаю, что речь это будет идти на самом деле о такой фильм-портрет. Он про Кузнецова, про адмирала. Вот сейчас будет да, Кузнецова. Да, да, да. А, ну это другая ну, да. история. Вот, да, это другая история, но суть не в этом. Значит, там кино о человеке, который... на мой взгляд, попытался, не знаю, насколько это удалось, да, во время режима, да, сталинского, или во время любой, в общем, как это, диктатуры, ну, да, тоталитарного, да, да, строя, тоталитарного строя, да, попытаться сохранить лицо, будучи, в общем, конечно, сталинским генералом. Верным этим увидим. Да, будучи не генералом, даже адмиралом. Ну, видишь, он хотел сохранить лицо, но, в общем, плохо кончил, он же был репрессирован. Да, но дело не в этом. Я думаю просто, что Сталину, да, и любому вот такому, значит, живодеру, да, ему нужны все равно люди, которые имеют лицо для того, чтобы там обращаться с иностранными государствами, там. Ну, то есть дипломатические какие-то миссии выполнять. Потому что если у него будут все такие, так сказать, кто с ним разговаривать будет. И еще вот это обстоятельство. Ну что, давай посмотрим фрагментик и потом продолжим. В Греции есть бог. Кайрос, самый младший из бессмертных сыновей Зевса. Кайрос – покровитель шансов, благоприятных моментов и счастливых мгновений. Ему поклонялись в Древней Олимпии, особенно во время Олимпийских игр. Рядом со входом на стадион находились два алтаря, один из которых был посвящен Гермесу, покровителю игр, а другой – Кайросу. Кайрос стоит на шаре, балансируя на кончиках пальцев, на его ступнях – крылья. В левой руке он держит весы, а в правой – бритву. Спереди, на лоб, бровь и щеку Кайроса падает длинная густая прядь волос, растущая на макушке, а сзади его голова – лысая. Бесшумно и ловко передвигается Кайрос среди людей и бежит так быстро, что его не увидишь и не поймаешь. Увидеть Кайроса можно только если встретиться с ним лицом к лицу. Тогда надо действовать мгновенно и решительно, ведь только в этот короткий миг есть возможность схватить Кайроса за прядь волос. Если тебе это удастся, считай, что ты поймал свой жизненный шанс. Если будешь медлить, пребывать в нерешительности и раздумьях, стремительный Кайрос пробежит мимо, а тебе покажет свою гладкую лысину. Знай тогда, что свой шанс ты упустил, и второго такого же случая уже не представится. Леша, ну вот мы посмотрели тоже, так сказать, отрывок немножечко, я думал, о другой будет, а сейчас... вот, казалось бы, адмирал Кузнецов, и в то же время ты тут так вставляешь довольно такие любопытные, интересные, и как бы чуть в сторону
этот видеоряд. Это ты сознательно, да, идешь на это? Ну, безусловно, потому что, в общем, как бы такие фильмы-портреты, да, о том, о его там боевом пути, и, в общем, об этом мало того, много литературы есть, да. Во-вторых, это, в общем, не очень предмет кинематографа. Важно как бы понять существо, да, попытаться проникнуть в душу человека, да, в его сознание и так далее. То есть, как это происходило, да. Это вот, так сказать, в фильме «Портрет», это фильм-портрет, по сути дела, вот, наиболее интересным. Кроме того, я, значит, здесь еще пытаюсь вот чего, о чем говорить, да, поскольку это время все-таки, да, социалистическое, да, коммунистическое, в принципе, наша культура, да, в которой мы находимся, да, она как бы, ну, содержит в себе дуализм. То есть она и христианская, и, в принципе, греческая. Да? То есть мы, в принципе, изучаем древних греков. Да? И они, в принципе, по большому-то счету, они материалисты. Материалисты не в смысле там, восприятия логоса, да? Что они понимали, что существует Бог, да? Но они не создали культа. Сейчас мы культа так, чтобы понять, хочется и мне, может быть, и зрителям. То есть ты хочешь сказать, что... Ну, вот, ну это и есть такая, в общем, теория, что христианство закономерно... в каком-то смысле закономерно переросло в России вот в такую коммунистическую идею. То есть они близки к коммунистической идее христианства. Только другое дело, какими методами это все здесь у нас насаждалось? Ой, совсем нет. Ты коммунистическая другое, идея — это французская, ну, это вот французская есть, революция. Есть такие тоже мнения, суждения. Но ты видишь, надо опять же нам целиком посмотреть фильм, чтобы, да. Наверное... Ну, я-то говорю в данном случае о греках. То есть они... Давай сейчас о тебе чуть-чуть. Греки уже состоялись, были... А знаешь, что, кстати, греки исчезли? Что греков-то на самом деле нет. Я когда-то имел счастье общаться с Львом Николаевичем Гумилевым. И он мне говорит, ну и там какая-то компания сидела, я помню, с журнала «Юность». Он говорит, вы знаете, говорит, что такое, зашел разговор о греках, а говорит, греков-то нет. Потому что это то, что те, кто сейчас живут в Греции, это южные славяне, которые пришли в свое время на территорию Эллады, Греции, там как бы перебили греков, дословно, слава Гумилева. И это южные славяне. И когда мы посмотрим на черты лица нынешних обитателей Греции, то это абсолютно южные славяне, действительно, да? То есть это те же самые там сербы, те же самые, так сказать, македонцы и так далее, и так далее. Вот интересная деталь. А ты в «Адмирале Кузнецове», значит, как бы греков сюда к нам перебросили. Ну, мы все равно же, нельзя это отрицать, что мы и в основу философии, и математики и всего прочего имеем греческие, это безусловно. Только духовную жизнь имеем христианскую. Леш, скажи, пожалуйста, все-таки вот кино ближе. А вот из нынешних режиссеров кто тебе интересен? Кто тебе интересен, кто тебя вдохновляет на творчество? Из нынешних режиссеров я себе сам интересен. Да, понятно, это вне всяких сомнений. Вот. Ну, я не знаю, честно говоря. Потому что когда ты пересматриваешь, ты... Вот, например, Андрей Тарковский, каждый раз, начиная снимать кино, он, значит, ставил в качестве такого, ну, не знаю, талисмана, что ли, или фильма, который давал ему энергию творчества, наверное, он каждый раз просматривал «Семь самураев Куросавы». Куросаву я смотрю очень часто другой фильм. Называется «Расемон» по Кутагаве «Ворота Расемон». Да, да, да. То есть там, потому еще, что... Слово такое «Расшомон», а не «Расемон». Ну да, смысл не в этом. Ну, «Ворота» эти. Да, да, там, да. Там, да. Потому что я, конечно, шокирован, как это и этим парням, да, я имею в виду Кутагаву с Куросавой, пришло в голову рассмотреть одно и то же событие. Это, да, конечно, для меня шок, как кинооткрытие именно, потому что это, конечно... Но довольно старый фильм «Куросава». Это очень 60 какого-то года. Да. Не, ну он великий. Но он великий, конечно. Да. То есть он... «Куросава» для тебя остается режиссером, которого ты пересматриваешь. Да, безусловно. А еще кто? «Куросаву» пересматриваю Тарковского, пересматриваю Бергмана, как положено. Вот. Нет, все... положено... Ты понимаешь, какая история? Я еще раз говорю, я столкнулся, я вот сейчас смотрю... какие-то программы. Положены... И в Питере так называемые клубы. Вот новое поколение. Им 18-20 лет, они свободные, отвязанные, но они ничего не знают. Ни Бергмана, ни Куросавы, ничего. Им показывают какие-то такие странные фильмы. Я даже не знаю этих режиссеров. Иногда смотрю кусочки. Я смотрю, я понял, о чем. Мне очень интересно. Но я смотрю «Индепендент», да. Ну, да. Если это так можно назвать. Да. То есть «Годара», например. Нет, если Годар, ты... опять же, нет. Он, кстати, за то, что... Нет, Леш, речь идет о фильмах вот таких, которые сняты, может быть, в 90-е годы, в 2000-е, их очень много. И они заменили, понимаешь, вот то, что на самом деле было смыслом кинематографа, и вообще для меня, знаешь, вот я скажу еще радикальнее, что вообще весь настоящий кинематограф завершился в 20 веке. Вот в 21 веке есть считанные мастера,
которые сделали считанные картины. Понимаешь, какая история? Ну, может быть. Да. Ну, значит, надо достигать какого-то нового качества. Но иначе. Поколению почему-то предъявляются вот эти, как бы сказать, такие подделки. Люди, которые как будто никогда ничего не видели вообще, да, они вот снимают. Ну, есть деньги, у кого-то появилась ситуация, деньги возникли, у кого-то там, значит, кто-то хитрый, ловкий прокрутился, значит, и добыл там, не знаю, миллион рублей или долларов, я же не знаю, там можно и за миллион рублей снять, и можно за миллион долларов снять, понимаешь, примерно одно и то же. Да, вот. Николай, понимаете, на всю страну, вы меня простите, в Москве один кинотеатр, кинематограф. То есть, понимаете, да? Да, классику, да, кинематографа, да, показывают в одном кинотеатре, да, в Москве, как-то он, не помню, называется. Да. Все. У нас «Спартак» был, его нет. Да. Понимаете? Ну, то есть это... Нет, так, у нас тоже есть такие там... Иногда... Нет, киноклубики есть, но это не кинотеатр. Меня удивляют те программы, которые там стоят. Знаешь, как будто мировой кинематограф не существовал. Хорошо, Леш, у нас есть возможность... Это от критика, перейти, знаешь, опять же, к тебе любимому, мной, во всяком случае, ценимому режиссеру. Все, и твои поиски мне действительно интересны. Вот. Давай посмотрим сейчас еще один отрывок. У нас есть такая возможность. Это такой любопытный, уже художественный, да, так сказать, фильм. Там играет замечательный Сережа Бызгу и другие актеры. Давайте посмотрим этот фрагмент и потом поговорим о нем. Там вокруг шипа уже наверняка блуждающие клетки. И вовсю пожирают микробов. Любопытно. Алло. Алло. Да. Алло. Гамалей у аппарата. Вот и взошла моя звезда. Теперь мы можем вылечить все. Все человечество! Моя звезда! Моя звезда! Илья Ильич, вас ждут на конгрессе в Париже! Это перевернет всю науку, Гамалея! Гамалея! Блуждающие клетки пожирают микробов на грязной занозе! Понимаете, Гамалея, точно так же наши белые кровяные шарики уничтожают этих зловредных паразитов! Вот почему человечество до сих пор не погибло от всяких заболеваний! Вот в чем причина иммунитета! Илья Ильич... Простите меня, дурака, за то, что я несерьезно относился к вашим опытам. Да ладно! Но если это так, то вы совершили гениальное открытие. Срочно поезжайте на конгресс! На конгресс? Да, да, на конгресс! Оля, Ольга, я немедленно отправляюсь в Париж. Я им всем расскажу о своем великом открытии. Олечка, счастье мое, ведь никто не знает, что с сегодняшнего дня все болезни побеждены. А теперь об этом узнают все. Звезда! Леш, ну я хочу сказать, что, видишь, время стремительно бежит, пока мы с тобой вели дискуссии про греков, римлян, так сказать, мировой кинематограф, уже время заканчивается, но, тем не менее, мы посмотрели замечательные... Здесь актеры режиссера Крамера, да, вот замечательный был коллектив, театр фарсы, и, по-моему, замечательный отрывок. У тебя такой игровой, сюрреалистический, фарсовый отчасти. Поскольку у нас времени с тобой действительно вот осталось, у нас одна минута на разговор, а дальше мы все-таки покажем тот фильм, который ты серьезно много лет вот сейчас делаешь, думаешь об этом. Это фильм «Блокада». И продолжаю. Да, продолжаешь. И сделать фильм о блокаде, это, в общем, действительно здорово, что человек твоего поколения не конъюнктурой какой-то занимается, а пытается высказаться об очень серьезных вещах. Тут даже дело в том, что это последние годы, пока эти люди живы, что можно сделать. Нужно снять кино. Гранина ты снял замечательно. В рамках этого фильма, да? Ну, ряд других, да, там. Блыщицкий, Владимир Фанасьевич, да, режиссер театра. Половина людей, которые снимались, уже нет. Да. Ну вот давай мы будем смотреть сейчас. У нас осталась возможность, есть, вернее, возможность посмотреть вот небольшой фрагмент из этой твоей новой работы.
Ну, я надеюсь, что какие-то премьеры вас последуют, потому что... Ну да, там надо просто, как всегда, финансовую инъекцию. Да. Но я, Леша, думаю, ты найдешь, ты человек энергичный, ты потомок греков, римлян, так сказать, и других замечательных народов. Даже дело не в этом, тема большая, ее надо осмыслить. Леша, ну что, давай мы на сегодня завершим. Может быть, я надеюсь, мы с тобой продолжим, когда, может быть, выйдет вот все-таки этот фильм. А сейчас мы посмотрим отрывок... из твоего фильма. Всего доброго, до новых встреч в эфире, до свидания. Да, всего хорошего. Уже приблизительно в начале декабря или в середине декабря мне предстояла поездка в Ленинград. А в Ленинграде у меня мама, которая голодает, понимаете, тогда голод вот такой был, собак, кошек ели, понимаете, человечину даже ели, ганнибализм был. Поэтому... Я приходил после отбоя к повару Кириченко, такой у нас был, здоровенный такой хохол. Вот. Он нальет котелок, а котелки у меня были круглые. Нальет полный котелок. Я беру вот так палочку в этот котелок, вставил, и на сучочек дерева сосны или елки где-то повесил. Через 2-2.5 часа этот котелок застыл. Ледяшка. Я за палочку ледяшку вытащил эту котелок в сторону, а ледяшку – вещмешок. Вещмешок под нары. И до следующего дня. Итак, я приблизительно штук 6-8 таких ледяшек набрал. Когда мне выписали командировку, выписали сухой паёк, я получил это все на складе, положил в вещмешок и положил туда эти самые супы с палочками. Поехал в город и отвез эти супы, этот весь свой сухой паёк маме. Благодаря этому она, наверное, и выжила, потому что голод был жуткий. Это уже в декабре месяце, по-моему, если я не ошибаюсь точно, то 2, 3, 4 декабря, вот так, вообще некоторым не давали хлеба, ничего не выдавали. Этого вы не найдете нигде.